Два автомобиля столкнулись сегодня на перекрестке улиц Иркутской и Байкальской. Произошло это примерно в 9 часов утра. По информации ГАИ, за рулем Рено был шофер 1995 года рождения. На регулируемом перекрестке он столкнулся с Фордом, водитель которого в результате получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Причины произошедшего выясняются.